Всем привет! Сегодня день шахтера. Приехали в Доброполе праздновать, посмотреть на праздник, какой организовали, да, в городе. И день города сегодня. Там уже что-то там говорят. Ну да, там уже идет концерт какой-то. Так что мы сейчас подойдем туда и посмотрим. С нами бабушка. Дедушка. Ну и так все потери. Ага. Ой, людей уже сколько много, да? Да, да тут вообще еще мало, а там уже сцены будут уже столько. Ну да. Люди уже гуляют, там сидят, отдыхают. Мам, я снова, походу, сережку согнула. В смысле согнула сережку? Помнишь, как тот раз было, что? Ну, сейчас сделаем. А как ее надо? Не знаю. Мама, только не потеряй. Мама мне сейчас будет делать сережку, потому что я ее согнула как-то. Я сама не поняла как. Ничего, это пошустрее. О, все. Спасибо. Нет, она согнулась просто. Я не знаю, как я уже второй раз умудряюсь. Молодежь гуляет уже вовсю. Выпивают. Ну как молодежь. Ну как молодежь. Молодежь. Ну, люди, шахтеры, которые празднуют свой праздник. Алло. Достойный свой праздник. А ты где шуфанитишь вообще? Не знаю, мы идем вот с этой стороны.